Всем привет-привет! С вами снова я, Ольга Карпович, и держитесь, как говорится. У меня сегодня огромный заказ, просто поверьте на слово, даже не влезло все в коробку. Много есть, конечно, повторяющихся моментов, но буду вам все-все показывать в преддверии праздника. Напоминаю, что есть некоторый товар, который дефицитный у нас, и не только у нас, но и в Москве. Поэтому, если вдруг вы не можете его заказать, ну, как говорится, лимитированная коллекция, лимит исчерпан. И первое, что я вам хочу показать, кто не в курсе, ура-ура, вернули духи масляные. Они у нас появились, очень хорошо помню, в конце 22 года, в преддверии Нового года. Вот был аромат Нуар, затем Галби, потом еще был темно-синий цвет духов. Они, в принципе, на сайте есть, но к нам еще не поступали. И сейчас еще у нас вот в черной упаковке появились духи Лал. И, конечно, так как я именно их не знаю, как они пахнут, распечатала, тестируем уже с девчонками, и прям всем нравится. Значит, здесь, я даже не знаю, как вам описать, но пахнет вот именно дорогими такими ароматами. Вот кто ездил когда-то в Европу, вот такие ароматы можно было встретить duty free. Я даже не знаю, как вам описать, но вот и не древесный, и не приторно-сладкий. Ну вот прям мне очень зашел этот аромат. Не знаю, как вам его объяснить, но если вы не любите свежие, можете смело брать. Значит, это аромат 38-17, это аромат 38-18, но он похож чем-то вот на вот эту водичку с турецкой коллекции Эль Хазна. И 38-16, зелененькие, они самые такие были популярные, он тоже похож вот с турецкой коллекции. Кто называет императрицей, кто как называет, но вот очень схожи. Так что классный подарочек для себя, рекомендую. Далее из новиночек еще ухватила. У нас появились вот такие наборы пакетов для хранения. Серия «Лаванда». Значит, это у меня большие, размер одного пакета 27,2 на 33 сантиметра. Материал ПЕ, 15 штук в упаковке идет у нас. Значит, универсальные они идут для хранения, транспортировки, заморозки. Герметичные, двойной зип-замок, термоустойчивые к температурам от минус 20 до плюс 100. То есть легко можно и в холодильнике хранить, и с собой где-то брать, и даже разогревать, я так понимаю, в микроволновке, если что. И также есть поле для надписи с маркером или ручкой. То есть их можно использовать как для хранения. Здесь, значит, зип-замок. Маленькие, я так понимаю, будут точно такие, только меньше размер. Это артикул 910-517. Вот такие вот пакеты. Вот надпись. Точнее, поле для надписи, как написано. Ну, как по мне, наверное, как А4, только здесь пошире. Ну и двойной, видите, два зип-замка. Так плотненько открывается. Они у нас как появились, так и пропали. Вовсю пользуемся избранным. Очень удобно что-то где-то хранить в морозилке, например. Мне очень нравится, а потом с собой взять, к примеру, допустим, замариновал мясо на шашлыки, к примеру, чтобы были готовые, а потом, когда едешь, взял с собой, или же, допустим, те же овощи и так далее и тому подобное. Я думаю, любая хозяйка это заценит, и здесь все закрывается. То есть удобно даже вот хранить где-то в шуфлядке на кухне. Так, это, наверное, что касается новиночек. Дальше едем быстренько по заказику. Заказала я себе лично травяной сбор номер 2 Гастро. Что-то последнее время
у меня участилась изжога и какая-то не моя, как говорится, отрыжка. Начиталась очень классных отзывов про этот чай. Заказала себе. Буду принимать 15671. Далее по драйву. Напоминаю, что те, кто делает 100 и более баллов, у них постоянно есть какие-то акции по драйву. Но главное активироваться. Как активироваться, прикреплю здесь видео, чтобы не заострять на этом внимание. Значит, нас там дают зелененькую турецкую, значит, футурия, валькирия и вот эту эльхазна. У меня эльхазна заказали 33-20-25. Далее попросили цветочный парфюм для стирки, артикул 30847. Далее заказала для себя двухфазный спрей «Умный кератин», артикул его 78-76. Значит, у меня где-то еще вот столечко осталось, у меня сейчас двухфазные серии «Ценные масла». Но так как я сейчас прошла сложное окрашивание, и вот специально своему парикмахеру открыла наш сайт, показала состав, шампуни, вот которыми я пользуюсь, вот эти все спреи, и она сказала, что с моим окрашиванием, чтобы не вытесняли цвет, то есть вот услышите все, если у вас блондированные какие-то, мелированные, то есть если не хотите, чтобы появлялась желтизна, нужно пользоваться вот именно с такой серией. Умный кератин, он содержит силиконы. А вот ценные масла и называются из-за того ценные масла, что масла делают, что они восстанавливают волос. А окрашенные волосы, они какие? Поврежденные. Поэтому тот спрей будет побыстрее именно вытеснять пигмент краски. Поэтому, если у вас химическая завивка, пожалуйста, пользуйтесь желтеньким ценными маслами. А нам нужен вот именно этот. Так, ну что, поехали, наверное. Значит, еще покажу вам новиночку. Не нахожу. Где-то не нахожу. Значит, кто не в курсе, у нас появились в серии D-Line классные станки. Значит, это уже, как писались у нас, где три штучки, одноразовые станки. Это уже компактный многоразовый станок с четырьмя лезвиями. Конечно, плавающая головка. Артикул его 910-519. Значит, в комплекте станок и насадка, как обычно. Сменные насадки по... Две штуки в упаковке есть. Лезвие, понятное дело, не вытирать. При ежедневном использовании рекомендуется менять кассету каждые 2 недели. Но, как говорится, со своего опыта могу сказать, что это все зависит от густоты волос, от плотности волоса и так далее и тому подобное. Я знаю, что можно использовать намного дольше. Значит, бережное бритье, плавающая головка, 4 лезвия из нержавеющей стали высокого качества, увлажняющая полосочка. Идет с экстрактом алоэ, витамином Е, эргономичная форма, прорезиновая ручка для лучшего контроля. То есть им вот так вот удобно пользоваться. Значит, 910-519 сам станок и 910-520 несменные насадки. Всем сразу рекомендую, кто берет станок, сразу берите сменные насадки. Так, далее для себя. Сказать честно, я и в чатах написала, как говорится... Лучше запастись просто в этом каталоге 4. Нету прокладок, точнее, есть только ежедневки. Откуда я знаю, пропадут, не пропадут. Поэтому я всех и предупредила. Говорю, если пользуетесь, берите на всякий случай больше. Знать не знаю, будут, не будут, а может, будет дороже. Поэтому и девчонкам сказала, и сама на всякий случай взяла 5 упаковок дневных. Артикул 11-289, да. 288 ежедневки, помню, и одну пачку 11-295 ночных. И опять же, так как я говорю правду, ничего кроме правды, ранее, как я только переходила на наши, у меня больше уходили ночные и меньше уходили дневные. Сейчас же, когда у меня, опять же повторюсь, благодаря только нашим прокладкам, это 100%, обязательно когда-нибудь сниму такое вот
искренне расскажу вот прям за и против, и расскажу отзывы всех своих девчонок. Где-то обязательно ставьте классы, чтобы я знала, что вам это полезно. Так что пишите комментарии, обязательно сниму где-то такое видео. И вот сейчас у меня наоборот, сейчас у меня этих может хватить, не знаю, может на полгода ночных, а вот дневные идут чаще, но опять же упаковки мне хватает где-то на 3-4 цикла. То есть они очень экономичные. Опять же, повторюсь, не буду сильно заострять внимание, но нашими прокладками я пользуюсь на постоянной основе уже, наверное, с 2016 года. Вот на постоянной основе только наши. Далее. Люблю, чтобы было про запас. У меня еще, наверное, штучек 8 есть, но люблю про запас. Это значит таблетки для посудомойки. Артикул их 30-060, по-моему, да. Знаю наизусть. Опять же, про них много-много рассказывала. Не смотрите на цену, они идут 3 в одном. То есть и ополаскивание, и соль, и моющее средство. Если вдруг вам с первого раза не понравилось, хочу вам сказать, значит, у вас очень сильно загрязнена посудомойка, и нужно было почистить. То есть, так как и с порошком, запускаем напусто, можно даже на 90 градусов с одной таблеточкой, чистим машинку, а только потом стираем. Так, заказала себе про запас. Люблю, как раз у меня заканчивается, чтобы стояла про запас. Гель для интимной гигиены. Знаю, что сейчас появился новый, но, зная себя, беру только вот эти, без всяких запахов, без ничего. Значит, для чувствительной кожи, вот в розовеньком 8722, он вообще не имеет никакого запаха. А 8721 здесь такой легкий, такой вот ненавязчивый аромат. Далее решила, я сейчас пользуюсь шампунем для окрашенных, вот где-то месяц. И сейчас на акции очень хорошая цена, 27.31, шампунь для всех типов серии Love. Это идет шампунь с ланолином. Это уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец. Начиталась комментариев, что прям он не зря называется питание и восстановление. Вот именно с розовым колпачком. Потому что есть еще лав с фиолетовым колпачком, то он идет для всей семьи. То есть им могут пользоваться и муж, и дети. А вот это именно больше для нас, для тех, кто различные утюжки, фены, различные окрашивания и так далее. Начиталось отзывов, что идет даже лечение головы, что очень многие различных болячек, то есть он идет, восстанавливает микрофлору, точнее нормофлору кожи головы, поэтому решила взять для профилактики, я все всегда пользуюсь для профилактики, затем ждать, чтобы у тебя там что-то уже произошло, если можно сделать для профилактики, тем более за 5 рублей, 5 рублей 400 миллилитров, 27.31. Далее попросили мои любители заказать шампунь 3D, артикул 1888, много раз его показывала, не буду останавливаться. Дальше, как говорится, кто не спит, тот все узрит. Будем говорить так. Не знаю, как так получилось. В ночь, когда начал действовать каталог, были на распродаже краски, были даже популярные оттенки. Ну, я брала то, что у меня просили, и вот вуаля, 3-0. Темный каштан, артикул 18-022, были на распродаже. Кто не успел взять краски, не расстраивайтесь. В новом каталоге будет серия «Эксперт» обновленная. Правда, без шелкового окрашивания пока, но будет серия «Эксперт». И цены очень даже приемлемая, 5,79 по каталогу. Дальше. На акции сейчас пена для бритья, где-то 6 рублей. Решила взять про запас, пусть стоит, потому что тоже люблю вот все, чем мы пользуемся, чтобы, когда что-то достал, уже сразу в шкафчик поставить, чтобы стояло про запас. Артикул 0,5-33 хватает очень и очень надолго. Тоже рассказывала про них очень и очень много раз. Значит, еще на акции сейчас тушь. Кто любит пушистую кисточку, чтобы много миллилитров, чтобы ничего не склеивало, вот эта тушь, то, что нужно. 57-63.
Вот тушь револьюм, здесь она из первого нанесения не склеивает, и сейчас она просто очень дешевая, 5 рублей. На всякий случай взяла 2, иногда бывает, что девчонки просят. Но я сейчас перешла на силиконовые кисточки, они мне сейчас больше и больше нравятся. Дальше, у кого частенько бывают боли в спине, растяжения где-то какие-то в мышцах, тот, кто любит по магазинам говорю, в аптеках покупать капсикам, замена, очень бюджетная замена, бальзам-растирка с пчелиным ядом, не с сабельником, а с пчелиным ядом, аналог тот же, цена 4 рубля, рекомендую, артикул 1280, не буду заострять внимание, думаю, все знают, как пользоваться. Далее на акции сейчас коллекция Офеерит при заказе 2. Вот, поэтому была у меня посылочка с пересылкой, посылочку я уже отправила, но самый популярный аромат никто не отменял, как говорится. Дальше. Это сейчас будет то, что я говорила. Я не виновата, что вы спите. Я не сплю. Когда я знаю, что эко-дефицитная. Вот. Гелики новые Камелия. Артикул их 3375. Дальше кремники для рук серии Камелия. Вот я не помню, или они есть. 3387. Нету, по-моему, их тоже. Вот. 3387. Это все наборчики на подарочки. Так. И... 3 шампуня. Шампунь-бальзам 1472. Тоже Камелия. Вот это, я думаю, вы понимаете, что это. Идут наборчики на подарки. И еще есть у меня вот такой вот наборчик. Тоже. Фрезия. Шампунь и крем для рук 1470 и 3385. Поверьте, что здесь уже мне нечего что-то где-то ставить. И еще один наборчик. Еще один наборчик. Жасмин. Значит, гель для душа 3376, 1470 шампунь и крем для рук 3386. Так. Дальше. Наборчики, которые фасует компания Beauty Cafe 1141N Desic и гель и 1166N Desic и гель. И еще один серия La Creme. Бальзам говорю. Крем-гель и дезодорант 1092N. И последнее, что я вам хочу показать. Опять же, это все я узрела благодаря только избранному. Мой любимый бюстгальтер. Правда, размер я брала другую букву, но я думаю, подойдет. Это у меня 85D, серия Story d'Amour, бюстгальтер Facer. Этот бюстгальтер самый крутой. Я ими пользуюсь уже много лет. С ними абсолютно ничего не становится, только вот здесь вот растягивается сама по себе и начинает светиться. А ничего, ни косточки, вообще ничего с ними не становится. Это артикул SBS272, артикул 83263, модель 85D. Очень классное белье, здесь не снимаются ни бретельки, ни ничего. Идет 4, получается, ряда крючков. Но в чем суть, что это шикарный вариант на большую грудь, которой все-таки пушап не нужен, но хочется чуть-чуть, чтобы было поплотнее. Посмотрите, какой здесь тоненький, я не знаю, как это правильно называется. Но это обалденный вариант под одежду. Если, допустим, вы едете где-то в поезде, там, с ночной, к примеру, где-то нужно вздремнуть, ничего нигде не мешает, это прям, ну, вам просто не передать.
И вот черный меня больше всего и снашивался. Это чтобы вас не обмануть, четвертый бюстгальтер черный. Бежевый и белый еще меня, можно сказать, идеальны. Потому что, ну, наверное, реже ношу и реже стирается. Так что, если вы чувствуете, что вам этот размер подойдет, сразу говорю, здесь в большей мере чашка. Поэтому, если вдруг вашего размера нет, можете брать на размер меньше. Но, по-моему, везде только 85D черный остался. Просто зайдите в личный кабинет, в размерную сетку, себя померяйте хорошенечко и будете знать, подходит вам или нет. Но если у вас нет личного кабинета, под этим видео заполняйте форму. Я с вами свяжусь, все расскажу и будете заказывать все, что вам захочется. Итак, все. 12 килограмм, здесь много повторяющих моментов вам показала, рассказала. Всем приятных покупок. У меня, конечно, еще не все, заказики идут, но просто думаю, суммируется, а я это еще вам не показала с прошлой недели. Всем пока, не забываем подписаться.